Друзья мои, всем привет, Селигера! И сегодня я открываю новый цикл видео с плейлистом, который будет называться «Стоянки». Я периодически буду делать обзоры стоянок на Селигере, где будут указаны точное место на карте и координаты. И вот сейчас мы с вами едем от деревни Непре через генеральскую дачу, там в конце ворота найдете, проедете вот по такому очень крутому подъему, но люди и на легковых проезжают. И в 40 километрах от Осташкова мы попадаем с вами на озеро Селигер, на прекрасный чудо-мыс, с которого можно попасть на два залива. Как видите, здесь уже готовая кухня, готовые столы, и здесь растут грибы, место прекрасное, небольшая травка, деревья, которые вам не мешают. И вот с левой стороны открывается залив. Там дальше будет пушка, памятник, памятник Великой Отечественной войны. Вот, друзья, небольшой ветерок гонит маленькую волну по Селигеру. Тихое, прекрасное место. Берег немного порос тростником, но там везде песок, немного илу. Даже с этого места можно ловить на удочку, можно закинуть донку. Здесь вот можно поставить палатку. Место хорошее, тихое, непродуваемое. Ветра здесь только северные. Ну что ж, друзья, пойдемте дальше. Пойдемте смотреть нашу полянку. Что она из себя представляет? Смотрите, мусора нет. И вы, друзья, если вы приедете на Селигер, убирайте с собой мусор, везите подальше, чтобы вот на этом месте росли вот такие замечательные белые грибы. Вот прикиньте, вы приехали, развели костер, поставили воду, и стали кушать грибной суп. Что может быть лучше? Что может быть прекрасней? Это видео не только для жителей, тех, кто первый раз приезжает на Селигер, от Осташкова это в 40 километрах. Даже жители Осташкова иногда меня спрашивают, а где отдохнуть на Селигере? Друзья, смотрите мои видео, и вы всегда найдете места для стоянок, где растут вот такие замечательные грибы, где тихо, спокойно можно приехать на шашлыки, побыть с ребенком, с женой, на свежем воздухе. Вот, друзья, какой великолепный гриб растет на селигере. Осенняя листва, мелкая травка, тишина, солнечное место, еще тепло, еще можно спокойно загорать, а можно даже и купаться. А вот еще парочку грибов, великолепных парочку маслят. Смотрите, как они срослись вместе. Свадебная пара. Да, друзья, мелкие листочки, трава, что может быть прекрасней? Нужно только разуться, снять обувь и босиком, наслаждаясь, ходить по этой мелкой травке. Вот еще один грибочек, друзья. Ну что ж, сейчас мы с вами пойдем дальше, к самому мысу. Там впереди у нас виднеются столы, а с левой стороны уже готовое костровище – как вы понимаете, свято место пусто не бывает, поэтому в запасе всегда нужно иметь несколько стоянок. Но, как видите, сейчас оно пусто, значит, может повести и вам. Значит, и вы можете приехать на это место, и здесь никого не будет. Можете разбить палатку или просто остановиться на один день. Даже вот дрова лежат. Вы представляете, какие молодцы все-таки люди – они заботятся не только о себе, но и о тех, кто приедет позже, о тех, кто будет здесь отдыхать, чисто, опрятно. Сейчас друзья, мы с вами потихонечку начинаем спускаться к берегу. Вон там вдали остров Хачин, одно из излюбленных мест для Селигера. Так палаточка вот такой навесик друзья летняя кухня, где можно прекрасно готовить. Ставите плитку, даже вода есть, вон шампура висят. Все, что нужно. Скатерть положена, клееночка. От ветра все защищено. Спускаемся вниз. Вот здесь вот стоят, как видите, две донки или палочки под донки. Все готово для того, чтобы ловить леща. Место здесь довольно-таки глубокое, в 25 метрах от берега около 7-8 метров глубина, а чуть подальше – до 9. Можно ловить и на удочку вот с этого мазка, а можно ловить и на фидер. Любая рыбалка, любая рыбалка, а то можно просто взять и искупаться, выйти по песочку, встряхнуться. Друзья, как прекрасно вообще на Селигере в любое время года – в любое время года вы всегда найдете и поймете, как вам нужно отдыхать. Солнышко садится за Хачин. Понемногу блестят облака. Да, Хачин прекрасное место. И вот он. Вот он. Остров Хачин приближается к нам. Сосновые берега, еловые. Уже осенние листва багреет по краям Хачина. Видите, вот там слева похожи клен, кленовые, желтые, багровые листья. И елки уже немножко пожелтели. Тростник желтый, желтый. По тростнику можно покидать спиннинг. Наверняка будут поклевочки небольшие, поклевочки, малкие, мелкие потычки. Все, что нужно для рыбака ну что ж, друзья, сейчас потихонечку будем возвращаться назад. Видели там раньше тоже стояночка на Хачине, песчаный берег? Много стоянок на Селигере. Так что, друзья, смотрите мои видео, и вы всегда будете в курсе, где можно остановиться на Селигере, приехать и не искать, сломя голову, место. Имейте всегда в запасе несколько стоянок, и вы всегда найдете место – так, друзья, возвращаемся назад. Мы сейчас с вами пойдем вон в тот залив. Видите, мыс, он как бы два залива. И вот сейчас мы потихонечку пойдем с вами на мосточки. Мосточки длинные, вот какие. Я с них ловил и на матч, и на фидер. Все, друзья, как прекрасно. Все для вас сделано. Люди приезжают, но оставляют все, потому что все с собой не заберешь. Но приезжают часто, приезжают, как вы поняли, уже наверное и постоянные люди из года в год, из поколения в поколение выращивают здесь детей, внуков, а любят многие Селигер и Питер и Москва и Осташков. И если вы никогда не были на Селигере, то я вам, друзья, обязательно советую. Да Карелия, конечно, хорошо, но до Карелии далеко. Но я бы не сказал, что Карелия намного лучше Селигера. Селигер по-своему прекрасен. Смотрите, какая прекрасная стоянка. Даже вот э, лежит э, тряпочка для того, чтобы руки вытирать, когда леща поймаешь. А здесь тоже глубина около пяти метров, где-то метров в десяти отсюда. Вот, друзья, спокойный, тихий залив, великолепное место осень, багряные деревья, желтый тростник, плещется рыба в воде, и там, где-то за Хачином, потихонечку садится солнце, провожая еще один этот день. Вот вы приедете, и так вот будете стоять и смотреть на солнечный закат. В углу координаты крестиком помечена точка, где это будет. А вот следующее место, друзья. На которые можно попасть только на лодке, или на резиновые, или на катере. Между прочим, от того места, где мы с вами только что были, это, наверное, около в двух километрах по карте посмотрите в конце, а, так что можно машину оставить у пушки, там кто-то у вас будет а, тоже место хорошее, будет обзор на эту стояночку, а сюда приплывать на лодке место великолепное. Так как я собачник, друзья, я вам сразу скажу. У меня немецкая овчарка, она человека ближе на 3 метра ко мне не подпускает, считает нападение. И если вот такую вот собачку выпустить на остров, друзья, никто не подойдет. Я, конечно, понимаю, что отдыхать хотят все, но если вы первые заняли и выпустили собачку, то пускай просит разрешения. «Привяжите собачку!» Вот так вот, друзья. Да, потихонечку причалили, и начинаем вытаскивать свои вещи. Мы не торопимся, так как мы первые. Видите, как я говорил, свято место пусто не бывает, но нам везет. И мы с вами на этом острове хозяева на это время. Стоянки все бесплатные. Так что, если вы приехали, то никому, кроме себя, природе и селигерскому богу платить не надо. Потихонечку вытаскиваем свои вещи и готовимся к вечернему ужину, потому что первым делом надо покушать. А что есть для этого ужина у нас на острове? Вот, друзья, подождите секундочку. Сейчас я все вытащу, и мы с вами начнем обзор. Но, как вы видите, уже скамеечка есть, где можно помыть ноги, а то и просто посидеть – и с наслаждением смотреть на окружающую природу, которая окружает нас. Здесь, между прочим, друзья, фарватор. А если это фарватор, то глубина около 10-11 метров. Так что кормимся хорошо, закидываем домки или ловим на фидер, как я, а уж рыба ночью точно подойдет. Вы без нее не останетесь. Смотрите, какое прекрасное место. Скамеечки, скамеечки, песок, песок и чистая вода. Что еще нужно для отдыха? Не нужно платить в какой-то гостинице какой-то базе отдыха. Тем более, что сейчас на Селигере цены, как и везде, значительно поднялись. Меньше, чем тысячу рублей с человека не найдете. А если вас четверо? А если на пять дней? 20 тысяч. За 20 тысяч можно палатку хорошую купить, да и лодку с мотором. И все. Вот это только на четыре дня. А вы уехали, а палатка-то и лодка с мотором у вас остались. На следующий раз вам вкладываться не надо. Просто заходим на мой канал, открываем плейлист стоянки, скачиваем оттуда информацию и все. Вы на Селигере найдете любое место. Так, друзья, поднимаемся, поднимаемся в горочку, потихонечку, по песочку. И что перед нами? А перед нами, друзья, костровище костровище со скамейками, костровище со столами, которое уже все готово, даже есть куда ножки поставить и где развлечься. Все отличное, великолепное, чистая полянка, никто не мешает. А остров-то сам небольшой, метров триста он туда и метров двести в ширину. Конечно, друзья, я знаю людей, которые сюда постоянно приезжают. Но вот сейчас их нет, Значит, и вы можете приехать и попасть, и их не будет. А вот это огромная кухня. Просто нужен хороший тент. Приехали, натянули, и все. И вас не мочат дождем, и вас не пугают комары. Спокойно кушаем, наслаждаемся отдыхом на Селигере. И этот отдых, друзья, вы потом будете вспоминать долгие часы в Москве, в Питере, в городе, и будете об этом мечтать в следующем году. Так что, друзья, берем, вспоминаем, наслаждаемся, и всегда у вас будут стояночки, ваши стояночки. Вот, смотрите, осеннее, весеннее, летнее солнце пробивается своими лучами сквозь макушки елок и сосны. Вот такая замечательная стоянка. Вот, друзья, видите, там рядом пушка, а с левой стороны координаты.